Итак, всем привет! Вы на канале Рома Калеев. С нами, как всегда, будут Лего, Лего и Лего. Сегодня покажу вам три Лего самоделки по игре Clash Royale. Давайте начинать. Давайте начнем с большого. Это кто же это у нас? Это у нас голем, ребята. Сейчас. Секундочку. Вот такой у нас голем, ребята. Классный, да? Ну, вот здесь как глаза виднеются синие. Здесь у него как камушек, например, здесь синий кристалл. Помните, у него здесь выросли. Здесь у него как ножки, здесь задние ножички. Вот такой вот голем очень классный получился. Сейчас вам покажу мини-големов. Ну, мини-големов, они сразу заморачиваются и сделали их вот такими вот. Вот так вот. Возьмите дальше, потом будем сражаться. Дальше у нас идет мини-пека. Смотрите, какой он классный. И вот здесь вот как... Я сделаю ему голову вот такой вот. Смотрите, я поставила такую вот деталь, которая здесь сторона. Потом закрыла вот такими вот ушами, положила наверх такой ветер. Потом сделала вот такую вот глазницу и сзади поставила такую деталь, чтобы она была больше похожа на робот. Вот его меч, вот как будет он сзади, как вот перво, как боком, вот так вот. Ну, в общем, классная фигурка. Идем дальше. Ну и дальше у нас элитный варвар. Чё ты падаешь? Вот наш... Элитный варвар, ребята. Я думаю, то, что получилось достаточно похоже. Давайте сниму маску, посмотрю, как вот как у него лицо. В общем, классно у меня получился. Опа. Видно, за него улыбка, но и всем. Давайте у него сразим. Давайте ударим, посмотрим, сколько сильный голем по броне. Давайте. Ударим мы начало пекой. Если что, я сильно ударяю. Посмотрите, он не падает. Давайте теперь посмотрим элитный варваром. Ребят, мне голем очень крепкий. Ну и всем пока. Хотите вторую часть? Ставьте под этим видео лайки. Всем пока.